Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Tomb Raider. Не останавливаться. Давай. Ты сможешь. Иди. Старый лагерь. Так. Так. Нужен костер. Нужно что-то, из чего построить укрытие. Так, должно получиться. На ночь не хватит. Надо еще найти. Сухое, сгорится. Я надеюсь. Труп свежий. Мясо. Назад в лагерь. Да быстрее ты! Наши люди прочесывают развалины, Карах. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Мне нужен лук покрепче. Хоть бы эта боль не была такой знакомой. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Он хочет сломать меня. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла. Но я не сдамся. Не смогу сдаться. Здесь что-то есть, что-то должно быть. Иначе троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, что Иона в порядке. Что он смог вернуться. Я не могла рисковать и брать его с собой. Если я потеряю еще и его, я просто не выдержу. Это мой путь. Только мой.
Эти руины монгольские. Троица, они здесь. Центр, как поняли? А черт! О, черт! Что это было вообще? Побоище в гробнице пророка многому меня научило. Мои братья мертвы, убиты все до единого. Последователи лжепророка гибли сотнями, но в конце концов они одержали победу. Я как мог запечатал вход в гробницу и сказал жителям соседней деревни, что пророк наконец-то мертв. И пусть держится подальше от этого места. На самом деле мне неизвестно, выжил ли пророк или нет. Но я следую за ними по пятам. От Ордена Троицы не уйти никому. Thank you.
Целый год я путешествовал с монгольской армией как посланник Ордена Троицы. Их хан — великий воин, хоть и язычник. С моей помощью они повергали... Эти руины монгольские. Корона киевского князя. Как она здесь оказалась? Кого-то так в ней и убили. Троица, они здесь. Центр, как поняли? А, черт! О, черт! Что это было вообще? В большинстве записей прославляется военная победа, но, похоже, они оставили что-то в этом районе. Thank you.
Людям из города в долине мы пообещали напасть с рассветом. Но сами двинемся с восходом луны. Погоним перед собой Хашар. Пусть пленники Запада заслоняют нас от врага. Их мало осталось после перехода по горной дороге, но все должны служить Орде. Город Мань. Разведотряд, ответьте. В последнем сеансе связи у нас были помехи. Мы потеряли связь с разведотрядом. Thank you.
Надо рану перевязать. Листья должны остановить кровь. Нужна какая-то повязка. Делает троица. Сойдет. Опять монгольские руины. Кажется, дорога идет насквозь. Надо миновать медведя. Эти грибы – это бледные поганки. Из них можно сделать яд.
Пророк и его последователи передвигаются под покровом ночи, следуя по извилистой границе Восточной Империи. Мне неизвестно, куда они направляются, но, думаю, не знают и они сами. Но они понимают, что мы не дадим им покоя до тех пор, пока их ересь не будет вычищена под корень. Жители приграничья дают им убежище. Но что странно, они не выдают мне никаких полезных сведений. Я могу угрожать им гневом Троицы или... Что-то из этого теперь да получится. Надо вернуться в лагерь и попробовать. Надо отдохнуть. Холодно. Устала. Нет, это вы слушайте меня. Это открытие слишком важно. Плевать я хотел на свою репутацию. Мы нашли еще один лагерь. Угли еще теплые. Они где-то рядом. Прием.
центр. Мы расходимся веером, ищем след. Вас понял, но мне кажется, они отступили. Главная задача — найти пропавший разведотряд. Всем. Местные поставили ловушки в просеке. Они рассчитывали, что мы пойдем за ними. Черт. Они не отступали. Это был ложный маневр. Рядом следить в оба. Местные понаставили в лесу ловушек. Не восстановлена. Возможны помехи при передаче. Попробуй вызвать штаб. Последний раз оттуда сообщали о нападении, а потом все затихло. Это было через пару минут после боя у развала. Затем они отступили от штаба. Скоординированный ложный маневр. Они растягивают наши силы. Разведка обосралась по полной. Никакие это не везде. Кто-то парит на вас. Назовите! Черт. Придется карательные акции устраивать. Похоже, на время уйдет куча. Но это не понравится. Но все лучше, чем нас по одному валить будут. Проверим.
нас все больше. Я один из первых прибыл на старую советскую базу где-то в Сибири. Теперь люди прибывают каждую минуту. Константин выступал перед новичками, а я стоял позади и смотрел. Мы до сих пор не нашли пропавший разведотряд. Это главная задача. Летим в оба. Thank you.
еще тут? Здесь слишком тесно. Лучше выманить его наружу. Здесь слишком тесно. Лучше выманить его наружу. Выиграла время.
На этом все. Подписываемся, ставим лайки. Пока.